С приоритетом определились. На месте небольшой зеленой зоны в микрорайоне Кольное построят школу. Ведь это единственный участок, который подходит под строгие требования для создания образовательного учреждения. Жители инициативу поддерживают. На текущий момент приоритетно, конечно же, школа, потому что микрорайон молодой, жильцы молодые, все семьи, у всех дети. Мест в школе не хватает. Те школы, которые есть, они переполнены. Напомним, что ранее на этом месте предполагалось строительство сквера «Быстрец» в рамках программы поддержки местных инициатив. Однако в социальных сетях прошла серия публикаций. Якобы жители собрали деньги, а проект свернули. По факту это не так. Представители администрации уже несколько раз встречались с активистами, чтобы найти под парк альтернативный участок. Уже предложено несколько вариантов, один из которых находится сбоку от дома номер 57 на Касимовском шоссе. Мы сейчас запланировали еще раз пройти вдоль вот этой территории. Через нее действительно ходят граждане. Ходят и маленькие дети, и эта территория нуждается в благоустройстве. Мы сходим туда, в сквер на Касимовском шоссе, посмотрим, поскольку там тоже есть такая произвольная, да, лыжная трасса, посмотрим, какие вложения там надо предпринять. Напомним, что первоначальная сумма проекта составила 2,5 миллиона рублей. Из них в рамках софинансирования партнеры оплатили 5%. Под новую территорию смета будет доработана, однако останется в тех же пределах. Понятно, что эту территорию нужно также проанализировать на предмет инженерных коммуникаций, да, размещения будущих элементов, да, в пространстве. Каждый шаг мы будем согласовывать с жителями, доработаем этот проект. И этот проект с первоочередным к нему особенным вниманием примет участие в местных инициативах 2020 года. Пожелания граждан сформулированы достаточно четко. Сквер «Быстрец» должен стать местом для активного отдыха, куда можно приходить с детьми разного возраста. Жители просят оборудовать его велодорожками, а также инфраструктурой для катания на лыжах. Акцент делать нужно будет на то, чтобы был игровой комплекс, спортивные уличные тренажеры, потому что сейчас на данный момент разноплановые дети у нас и занимаются многие спортом. Детки будут играть в песочнице, а мамочки будут наблюдать на скамейках за нашими детьми. Обсуждение сквера «Быстрец» продолжается. Власти города обещают, что проект обязательно будет реализован. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «М-город».